Экспонаты новой выставки музея Островского – это редкие вещи из фондов музея. Это книги, документы, личные вещи, которые принадлежали участникам Великой Отечественной войны. Особая ценность выставки – книги Островского «Как закалялась сталь». Они были изданы в 1942-м в блокадном Ленинграде. Тогда книги были раскуплены в один день и многим помогали не терять веру в победу. Также на выставке можно проследить историю Черноморского флота, увидеть документы легендарного минного заградителя Николая Островского, фронтовые дневники, макеты танков и самолетов и патефон, который принадлежал матери Островского. Пластинки с записью голоса великого писателя. Также в экспозицию вошли газеты, изданные в военные годы. Это сводки с фронта, очерки жизни в тылу, рассказы о героях войны. Даже в то время они выходили ежедневно. Самое главное в этой коллекции то, что это все газеты и «Красный Черноморец», и «Вперед за Родину», «Наготове». Их очень много-много газет. Они все издавались в Сочи. Дело в том, что немцы стояли под Туапсе, Краснодар был занят, и даже краевая газета «Большевик» издавалась здесь, в Сочи, на базе нашей сочинской типографии. Также на выставке можно увидеть авторские плакаты семьи художников «Бедрак», посвященные 70-летию Победы. Работы современных художников продолжают традиции плакатного искусства. Выставка в музее Островского будет работать до 10 мая.